Было день рождения мое вообще, 29 апреля. Позвонили, сказали: «Лилия Рафановна, вас приглашают в Кремль». Нас пригласили на награждение орденом родительской славы за рождение 7 детей. Ну вот в настоящее время у нас уже 9 детей. Мы покупали девчонкам наряды. В магазине нам давали напутствие продавцы: «Покорите сердце президента». Когда нас разместили, когда вообще к нам сел президент, он сказал: «Какая красивая молодая семья». И спросил: «Что вы хотите? Какая у вас мечта?» Ну, я, конечно, не раздумывая, сказала, что мы мечтаем о большом доме. Нам предоставили риэлтора. Вот остановились на этом доме. Люди годами выбирают. А мы буквально вот за несколько дней выбрали, за неделю. Есть президент, который правит страной, это одно. А есть президент, который по-человечески относится к людям. И вот через месяц в Екатеринбурге он нас пригласил, опять же, за столом, за чашкой чая. Вову он кормил кексиками. Кусаешь. Молодец. Хорошо, получается. Мы жили и воспитывали детей. Я даже не знала, что есть такой орден. Эта поездка, мне кажется, изменила всю нашу жизнь.